Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим о той, возможно, одной из самых интересных битв Второй мировой войны – битве за Тобрук. Несмотря на то, что она проходила в Африке, ее исход оказал серьезное влияние на ход войны в мире. Мы расскажем вам о том, как происходила битва, какие были ее последствия и как она повлияла на общий исход Второй мировой войны. Не упустите шанс узнать больше о этой важной исторической событии. А теперь, если не хотите пропустить новые видео и быть в курсе самых интересных событий истории, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под видео. В 1941 году, когда Германия захватила большую часть Европы, они начали наступление на юг в сторону Африки. Их целью была захватить стратегически важный порт Тобрук, который находится в Ливии. Военный гарнизон, который защищал Тобрук, состоял из британских, австралийских и индийских войск. Они были готовы к бою и были хорошо обучены. Германия начала наступление на Тобрук в апреле 1941 года. Они надеялись, что захват порта поможет им контролировать большую часть Средиземного моря. Однако, бои были жестокими и продолжались долго. Британцы и их союзники были готовы к бою и сражались с отчаянием. Бои за Тобрук продолжались более 2 месяцев. Обе стороны потеряли много войск и оборудования. Однако, британские и их союзники были упорными и не сдались. Их героическая защита Тобрука показала, что Германия не может победить войну только силой. После 2 месяцев боев Германия была вынуждена отступить от Тобрука. Это была большая победа для британской армии и ее союзников. Бои за Тобрук были одними из самых жестоких во время Второй мировой войны в Африке. Однако, битва за Тобрук не была концом войны в Африке. Бои продолжались, и в конечном итоге британцы смогли победить Германию в Африке. Битва за Тобрук была важным событием во время Второй мировой войны в Африке, и она показала, что британцы и их союзники способны сражаться с отвагой и упорством.